Здравствуйте, я Калаев Дмитрий, директор акселератора Фонда развития интернет-инициатив. На стартап-шоу будет много интересных компаний и людей, у которых, правда, есть деньги, и они готовы инвестировать. Приходите, посмотрите на инвесторов, представьте свою компанию, ну и можете поговорить со мной о том, что вы делаете и насколько вы будете интересны нам, как инвестору. И я на сцену хочу пригласить вот этого замечательного человека по имени Ядадия Исака. Добрый вечер. Меня зовут Ядадия Исаков, и мое имя означает «друг Бога». Я являюсь владельцем интернет-агентства, которое специализируется на автоматизации бизнес-процессов. Например, одни из наших последних проектов – это автоматизация Раменского мясокомбината и управляющая компания «Висма», которая владеет брендом «Архыз». Что мы сделали? Мы разработали мобильное приложение, которое позволяет в один клик вызвать водителя домой, сдать ему грязные вещи, через 3 дня получить чистыми. Как я это сделал? Опыт реализации проектов наших клиентов позволил мне основать бренд сети химчисток Suzy Wong, который представлен на презентации. У нас есть личный кабинет, есть 3 приемных пункта на сегодняшний день. Есть мобильное приложение и сервер, который всю эту историю объединяет. Приблизительно вот так это работает. Мы ожидаем увеличивать масштабируемость бизнеса за счет гибкой системы. В чем заключается гибкость системы? Для этого не нужно открывать огромное количество приемных пунктов, чтобы охватывать весь город. Для клиента это удобный, быстрый способ вызвать водителя домой или в офис, получить услугу дешевле и определенными пакетами. Последний год мы наблюдаем много конкурентов, которые появляются в этой нише, но мы точно сегодня понимаем, что нас отличает от них. Первое – это производство, оно у нас есть. Второе – это личный кабинет. Третье – это мобильное приложение, которое работает в формате один клик. Все эти 3 составляющие вместе очень важны. Этим комплексом не может похвастаться сегодня ни один наш конкурент. Наша финансовая модель очень проста. Поскольку мы являемся действующей организацией, мы оказываем услуги, это наша финансовая модель. Мы принимаем оплату онлайн. И приложение сегодня работает на 2 платформах, iOS и Android. Сегодня мы можем констатировать тот факт, что средний чек на выездном обслуживании составляет 3000 рублей при рентабельности в 42%. На сегодняшний день мы вложили порядка 600 тысяч долларов. На эти деньги мы открыли производство. Открыли 3 приемных пункта, развили их и создали мобильное приложение. Наш план – привлечь инвестиции в размере 1 миллион долларов. Эти деньги мы хотим потратить на интенсивный маркетинг, на закупку парка автомобилей и на дальнейшее обслуживание приложения. Что касается рынка. Рынок химчисток в Москве сегодня оценивается в 3 миллиарда рублей. Сюда входит только премиум-сервис. То есть не химчистки и прачечные, которые пытаются выдавать себя за такие. Сегодня мы ущипнули чуть больше 1% от этого рынка, и наш план в ближайший год дойти до планки в 5%. Как мы собираемся это делать? У нас есть опытная команда управленцев, очень крутые ребята, которые специализируются в офлайновых составляющих бизнеса и в онлайновых составляющих бизнеса. И на сегодняшний день наша команда насчитывает 24 человека. Мы знаем этот бизнес, потому что работаем в нем уже несколько лет. Мы знаем, как на нем зарабатывать, и мы ищем партнера, который станет катализатором, с которым мы сможем перейти на гипердрайв. Я надеюсь, что эти люди есть среди вас. Я буду рад обсудить все условия сотрудничества. Спасибо большое. Ну что, еще раз добрый день. Я Дмитрий Потапенко, управляющий партнер Management Development Group. Ну, что мы видим сейчас на сцене? Не очень понятное выступление, то бишь непонятно вообще, чем человек занимается, то есть, вернее, понять-то можно, но что он продает? Он продает, по сути дела, себя, и деньги, которые он хочет получить в некий маркетинг. Ну, вот представьте, что вы являетесь владельцем денег, вам приходит какой-то парень, говорит, слушай, дай мне денег, 1 миллион долларов, и я себя замечательно раскручу. Когда вам зададите сакральный вопрос, а если не раскрутишь, как говорил Слепаков, а если ничего не получится, что ты будешь делать? И, собственно говоря, а как ты обратно-то этих вернешь деньги, если ты не раскрутишься? Поэтому шансов на получение маловероятен.
Здравствуйте, я Калаев Дмитрий, директор акселератора фонда развития интернет-инициатив. На стартап-шоу будет много интересных компаний и людей, у которых, правда, есть деньги, и они готовы инвестировать. Приходите, посмотрите на инвесторов, представьте свою компанию, ну и можете поговорить со мной о том, что вы делаете и насколько вы будете интересны нам, как инвестору.